Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня я проверю моих подписчиков на честность. Что же я сделаю? Во-первых, я себе поменяю ник, во-вторых, я подарю кому-то голду и прошу ее отдать обратно, и мы посмотрим на реакцию игроков. Ну что же, полетели! Ну а перед началом данного видеоролика я хотел бы вам разыграть Керамбит Юниверс. Чтобы получить, мне надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Второе, написать любой хороший комментарий плюс свой ID. И третье, самое важное, посмотреть все видео от начала до конца без единой перемотки. Ну что же, я всем желаю удачи. К вашему вниманию представляю обновленный сайт GG Standoff. На него добавили новые кейсы и добавили новые скины с обновления 0.14.0. И конечно же, в честь обновления на новые кейсы скидка 50%, тут ты можешь выбить даже перчатки. Тут есть бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получайте еще один такой же самый барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 40% обратно к пополнению. Также у них проходит конкурс на голду. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standoff — мой выбор. Я уже подготовился, поменял себе аватарку и имя. Теперь осталось найти подходящих подписчиков для проверки. Я просто нажимаю вкладку сообщения, и вы просто посмотрите. Мне буквально каждую минуту кто-то пишет. Кажись, мы, ребятки, нашли идеальную жертву. У парня ник Бустин Предатор, он просит голду. Пишет: дай голды. Я пишу: выставляй статрек за 100 голды. Я ему написал то, что я брат кента. Притом я все это написал с большими грамматическими ошибками, дабы у него не было сомнений. Я говорю: любой статрек, любой статрек. Ну что же, сейчас, короче, ребятки, вот этого парня с ником Бустин Предатор, то есть по-любому у него есть голда, по-любому он сейчас выставит скин, и по-любому я его сейчас куплю, и мне очень интересно, как же он поступит. Это просто идеальная жертва, посмотрите. Он уже написал название скина, еще пишет: ау, ты купишь? Я ему пишу: иду покупать. Ну что, статрек. Так, статрек 5-7 Tactical. Ну что же, давайте смотреть. Статрек 5-7 Tactical за 100 голды. Ну, как я понимаю, тут всего лишь 2 скина, но, скорее всего, он выставил этот скин, потому что он подешевле. Так, ну что же, листаем самый-самый низ, и нам надо купить скин за 100 голды. Если же парень пройдет проверку на честность, то тогда он получит огромный приз. Какой приз, вы узнаете немножко попозже. Так, идеально, вот-вот-вот, смотрите, ребятки, вот его аватарочка, я прямо сейчас покупаю и обратно иду в переписку. Так, ну что же, вот-вот-вот-вот, я купил, бро. Так, написал. Все, ребятки, теперь брат кента, ну якобы брат кента уходит, и приходит настоящий кент, и сейчас будет просить голду обратно. Посмотрим на его реакцию. 5 минут later. Так, ну что же, идеальненько. Что он пишет? Он пишет: можешь дать еще 100 голды, я хочу докупить предаторов, у кента вроде будет стрим, где будет буст. Чего? Во-первых, я кент, во-вторых, у меня стрима не будет, в-третьих, стрим будет у ТикТака, а не у меня. Так, ну что же, теперь пишем. Стоп! Ой, блин, написал неправильно, пишу: стоп! Это кент. Напишу: мою голду тебе дал мой брат. Так, а ну-ка, посмотрим на его реакцию, отдаст ли он голду или нет. Сейчас спрошу тут. Ну что, ребята, сейчас будет самое интересное. Посмотрим на его реакцию, и я очень надеюсь, что он реально будет честным игроком. Я у него спрашиваю: отдашь? И, кажись, он начинает просто-напросто меня игнорить. Попозже! Я напишу: нет. Мне сейчас надо... сейчас отдай, мне на нож не хватает. Отдай без ДС. Он хочет меня в Дискорд позвать. Очень странный парень, но я считаю, что он проверку не прошел, потому что он говорит: если ты кент, то я тебе отдам, если ты не кент, то типа пошел вон. Хотя по факту я ему подарил 100 голды, ему надо отдать ее обратно, даже с учетом комиссии. Отдай без ДС. О, он пишет: окей, походу вернет. 5 минут later. Он реально только что купил. Я просто в шоке, просто мужик красавчик. Короче, братан, я скажу так: если ты смотришь данное видео, отпиши мне, пожалуйста, прямо сейчас личное сообщение. Я прочту твои сообщения и отдам тебе обалденный приз, братан. Я жду, чтобы ты мне отписал в игре. Просто парень красавчик, он реально прошел проверку на честность. Я думал до последнего, что он не отдаст, но он мужик вернул, реально красавчик.
Опа, ребятки, вот прямо сейчас мы нашли нашего пассажира. Посмотрите на его грамматику. Он пишет «Гой мэм», я ему пишу «Привет», он пишет «Гой мэм», я пишу «Я могу 100 голды дать», он пишет «Давай, пыжи, 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 можно 12 кар карбон». Я пишу «Статрек, только давай». Сейчас, пацаны, мы купим у этого парня скин, но это прям лютейший школьник, и мне безумно интересно, вернет ли он мне голду обратно, или он все-таки киданет вашего кента. Надеюсь, что все-таки он не кидок и нормальный парень. Ага, он прямо сейчас выставляет скин, выставляет АКР 12 карбон эпик, я сейчас у него куплю. Цена должна быть 100.01. Ну что же, аватарку запомнили, теперь давайте искать. Ребята, опа-опа-папа, так, цена должна быть 100.01, ищем его аватарочку, да-да-да, это он, но, скорее всего, он аватарку просто-напросто перепутал, говорил 0.1, он поставил 100.1. Ну что же, покупаю, и надеюсь, это ты, да-да-да, это он, я его пишу, купил, бро. Блин, пацаны, я перепутал, я купил у фейка. Посмотрите, что он написал. Ему написал, что он не прошел проверку на честность, то что он мне наврал, а на самом деле это я просто нуб и опозорился, потому что я купил у фейка. Трындец просто, ладно, ребята. Будем считать, что этот парень прошел проверку на честность наполовину. Ну, вы, ребята, без обид, но когда вы выставляете анкомонки, типа М16 камуфляж, ну, я при всем желании, но я не смогу найти, потому что если я буду искать эту анкомонку, я потрачу, ну, как минимум, или это комонка, все равно, я буду искать как минимум часа два, поэтому, ребята, это слишком сложно. Ну что же, ребятки, вот она еще одна жертва, скин Тег 9 реактор Статрек, ну что же, давайте искать. Ага, вот он, покупаем, и я ему пишу «купил». В этот раз я точно купил того, кого надо, пишу «купил, бро». Так, сейчас, ребятки, будет самое-самое интересное. Буквально спустя пару минуток я представлю, что я кент ПК, и это был мой брат. И попрошу, чтобы он отдал мне голду. Тем более, там голды вообще очень-очень мало, там буквально 40 голды. Ребята, я просто в шоке, посмотрите, я ему пишу «стоп, это мой брат тебе дал голду, отдай срочно обратно». И пишу «тоже самый скин на 100 голды», он пишет «мне 80 прилетело из-за комиссии». Я пишу «окей, вы выставляю за 80.01». Так, ребята, слушайте, вот это интересненько, Так, ну что же, скин уже на рынке, 80.01, и я жду, чтобы парень отдал мне голду. Он пишет «окей». Блин, ребят, я в шоке. Из троих человек двое прошло проверку. Очень хороший показатель, и, ребята, конечно же, отпишите мне. Он пишет «выставил». Напишу «да, жду». Ребята, это очень хороший показатель, и я очень рад, что у нас такое комьюнити. Я просто в шоке! Только что он мне вернул голду! Я не знаю, парень просто красавчик. А давайте-ка мы ему напишем приколу. А теперь выстави скин за 300 голды. И эти 300 голды я попрошу обратно вернуть. Да, это жестко. Но, ребят, давайте проверим его на честность. Потому что вдруг это очень мало голды, поэтому он чисто из-за этого вернул. Ну что же, ребятки, вот его скин, 300 голды. И я прямо сейчас покупаю. Да, я купил. Все, братик, получай 300 голды на халяву. Я думаю, ты очень-очень рад, ребят. Просто представьте. Так, я напишу «купил». А ну-ка. Он пишет «а, капельки, блин, ребят». Он сейчас заплачет от радости. Мне реально уже неловко его пранковать. Это очень жестко. Он пишет «аж капельки пошли». Наверное, слезы или еще что-то. Блин, ребята, я просто в шоке. Ну, теперь давайте писать. Блин, бро, он пишет, у меня руки дрожат, как же неловко, ребят, писать. Ну давайте проверим, если он пройдет проверку, я ему дам голды еще больше. Так, ну что же, ребят, я ему пишу, блин, бро, извини, можешь дать мне на нож не хватать. Он пишет, ну ладно, эх, за 300 выставляю, ребят, просто представьте, какой честный человек. Я пишу, бро, передай всем привет, ты в видео, голду оставь себе. Все, братик, я тебя поздравляю, ты прошел проверку на честность. Все, эту голду оставляй себе, я уверен, ты бы мне ее отдал, поэтому ты красавчик, и эти 300 голды ты оставляешь себе. Вы посмотрите, как он радуется, пишет, ура, я куплю себе новый скин, спасибо еще раз. Говорит, что самый лучший ютубер в мире. Блин, мне прям понравилась такая рубрика, а вам она нравится? Напишите в комментарии. Ну что же, а вот он наш следующий пассажир, у него ник Алерма и аватар какой-то аниметян. Пишет, блин, я так рад, спасибо. Пишу, ща куплю. Так, ну что же, аватарочку запомнили, G22 статрек, давайте искать. Так, ага, вот его скин, я прямо сейчас, ни секунды не думая, покупаю. Все, купил скин, теперь пишу ему, купил. Ё-моё, он просто в шоке, посмотрите на его реакцию, пишет, что? СПС, ура, как же он рад, блин, ребят, ну я не хочу его обламывать, но надо. Я ему пишу, стоп,
бро, он даже все видосы лайкнул, блин, походу плюс один хейтер появится после этого видео. 100 бро, мне теперь на нож не хватает. Сейчас мы, ребятки, посмотрим. Ладно, сейчас-то там. Да вы рофлите. Да ну неужто все такие честные? Я отвечаю, ребята, если вы наберете много лайков, то я данный эксперимент проведу с фейком, потому что, не знаю почему, то ли из-за того, что я кен, то ли потому что все таки добрые, но все почему-то готовы мне возвратить голду обратно, ребята, ё-моё! Короче, братва, набирайте 15 лайков, и тогда я снимаю продолжение данной рубрики. Ну что же, с вами был ваш Кент ПК, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.